В Москве третий год подряд проходит книжный фестиваль «Красная площадь». По традиции издатели со всей страны представили свои литературные произведения. В их числе работы якутского книжного издательства «Бичик». Продолжит моя коллега Марьяна Кутукова. Зрители интересуют классическая, историческая, современная, детская и учебная литература. Общение с авторами вносит особый колорит в атмосферу фестиваля. Участники получили возможность общения на профессиональные темы. Они знакомятся, расширяют связи, приобретают деловые контакты. Мы являемся уже долгосрочными партнерами и производственной базой для национального издательства «Бичик». Совместно мы выполняем прекрасные проекты. Надо отметить, что национальное издательство «Бичик» всегда идет вперед и позволяет нам реализовывать самые невероятные отделки на их великолепных книгах. Мы очень давно сотрудничаем с издательством «Бичик». Выпускаем, печатаем книги и стараемся, чтобы эти книги были исключительные по качеству, но они, самое главное, уникальные внутри. То есть то содержание, которое там изложено, оно даже у нас в Новосибирске пользуется большой популярностью, и наши друзья с удовольствием читают эти книги. В этом году фестиваль шагнул за границы Красной площади, в главный универмаг страны. Тут обосновались площадки музейной линии и антикварные книги, а в демонстрационном зале проходят презентации лучших изданий и подводятся итоги 13-го всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы. Республика Саха-Якутия представила на конкурсе энциклопедию «Животные Якутии» и получила диплом в номинации «Увлекательное краеведение». Всего же было около 400 изданий от 75 издательств. Кроме того, специальным дипломом «Подвижник краеведения» имени Сигурда Шмидта за большой личный вклад в пропаганду и издательство национальной литературы был награжден Александр Жирков. Мы сохранили вот костяк еще советского книжного издательства. Сохранили людей, материальную базу и создали национальное книжное издательство. Вот это, я имею, думаю, что это имеет определяющее значение в том, что якутское книжное издательство, оно как выступает и как преемник наших издательских традиций еще советского времени. И к тому же еще здесь работают и долго на постоянной основе работает такой сплоченный, слаженный, я бы сказал, креативный коллектив. В этом году книжный фестиваль «Красная площадь» посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и Дню русского языка. И участие в нем говорит о высоком уровне издательского дела Республики Саха-Якутия. Марьяна Кутукова, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.